Вот, попался кабачок с какой-то жутко твердой кожурой. Ножом я вообще замучился резать и не придумал ничего другого, как вот будем пробовать. Вот так, теперь бы еще кожуру эту чистить. Сейчас я еще также распилю второй кусок. Итоговый результат приготовления этого кабачка. Между прочим, два пальца я порезал, пока его чистил. Но пальцы я здесь показывать не буду. А здесь у нас просто красота. Борщ. Жалко, камера запах не передает. В общем, я молодец. Всем пока.